сегодня будет не совсем обычный концерт. Вы только подумайте, в этом году уже 20 лет, как идут межэтнические войны на постсоветском пространстве. В феврале 1988 года началась война в Карабахе. Потом Фергана, потом Приднестровье, потом Чечня, Ингушетия, Грузия, Осетия. 20 лет льется кровь и страдают люди. Я ездил в Синвал, я слушал, смотрел. И мы решили вот за этот месяц сделать этот концерт, концерт ради мира. Потому что, наверное, уже хватит лить кровь, хватит горя, хватит еды. Сейчас очень много злых настроений со всех сторон. Это плохо. В каком мы будем мире жить с вами? В мире добра? В каком мире будут жить наши дети? В каком мире? Я предлагаю вам и очень хочу, чтобы мы почтили минуты памяти всех погибших за эти 20 лет, всех людей. Давайте поминем.